В инспекцию по Московскому району города Бреста представили налоговые декларации за 2013 год 407 граждан, из которых 180 гражданам был предъявлен подоходный налог к уплате в сумме более 2 миллиардов рублей. Наибольшая сумма начисленного подоходного налога по представленной декларации физическим лицом составила 730 миллионов рублей. Данная сумма поступила в бюджет полностью.